Друзья, всем привет. В общем, новости такие, что и в личные сообщения пишут, и звонят. То, что с Тартком что-то там с ними случилось, какой-то второй этап. Кто-то там все деньги потерял. В общем, в комментариях там пишут, что это конец, это все. И тут думаю, дай-ка я зайду на свою страницу, посмотрю, что вообще такое происходит. И вот я захожу, в общем, в свою страницу и вижу вот такое вот сообщение. Перенос средств успешно завершен. Ваши средства были перенесены на первый этап инвестирования. Более подробно вы можете ознакомиться в новом разделе «Первый этап инвестирования». Для закрытия окна нажмите на ссылку. Ну что ж, давайте нажмем на ссылку и посмотрим, что там вообще происходит. Так, ну вот, значит, переместились мы на запись экрана. В общем, и давайте начнем. Нажмем, вернее. Так как ничего ни сюда не переходит, надо нажать первый этап инвестирования. Угу. И что мы здесь видим? С 24 октября прошлого года по 22 мая 2018 года это 271 день работы, да? Так, ну тут опять видим какие-то левые ролики непонятно. Успей активировать свой аккаунт. Статус условия не выполнено. Ознакомить с условием доступа к средствам первого этапа инвестирования. Невыполнение их может привести к отказу возобновления доступа к первому этапу инвестирования. Возобновить доступ к балансу первого этапа просто достаточно открыть депозит в период действия второго этапа инвестирования. Так, перейти на второй этап инвестирования. Представляю вашему вниманию таблицу обновленных процентных ставок, повышенных в связи с стартом второго этапа инвестирования. Так, так, так. Что это такое? Дата. Что-то с 23 по 24. С 24.07 по 25.05. 05 чего это такое? 26.07. А вот это что, это на месяц, что ли? Я что-то не понял. А, ну не, какой месяц? Так. Стабильный. Доступны средства на первом этапе инвестирования. А, вот они, да? Типа у меня тут 125.500. Доступны средства, которые для вывода на банковскую карту, которую Тартком после обновления этапа инвестирования. Какую криптовалюту? Нет у вас никакой криптовалюты. Че вы мозги людям ебете, а? Ай, бля. Так, по факту возобновления первого этапа инвестирования вы получите возможность конвертировать средства с баланса в криптовалюту. Так, ну это все понятно. Тоже это фуфло какое-то. Так, публикация контента, выставляющая компанию в негативном свете, допустимо, а в случае, если вы уже разместили подобного рода видео или посты, советуем их удалить, иначе компания ставит за собой право заблокировать аккаунт. Да подавитесь вы деньгами, чтобы они у вас там в глотке застряли мне. Так, что дальше-то? Ага, и у меня еще почему-то странно то, что они... Вот эти 100 тысяч, которые я положил на месяц, по-моему, да, 28 дней, они их оставили, да, я как будто бы они там лежат. Так, а что вы? Опаньки. Смотрите-ка. Статус вашего нету, ничего не стало. Не то, что выведено, не то, что там две заявки на вывод уже с 9, по-моему, да, числа висели, когда-то у нас, да, с 9 числа. Вот. Создать заявку. А заявку смогу? Могу создать, нет? А, доступные средства 0. Так, интересно, интересно. Тут пишут, что в течение 24 часов вы получите выплату на выбранный вами электронный кошелек. Так, 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 что там, что там? Ну-ка. Не, не на эту главную. Вот.
Так, а что делать? Я же не знаю, сейчас нажму, и у них там какая-нибудь политика изменилась, и деньги все, как будто я отдал им, да? Так, я этого пока не хочу делать. Так, ну давайте перейдем на второй этап. Так, интересно. Все, что ли? Представляешь, мы внимаем таблицу. Так, это я уже видел. Не, пополнять я ничего не буду. Ага, и все, что ли? Смотрите-ка. Все. Кончился стартком. Всеми горячо любимым. Денег ноль. Все. Короче, перешли на второй этап инвестирования. Ага, можно еще. А вот доступны средства на первом этапе инвестирования. А что толку доступно, если вы их не отдаете? Так, выберите платежную систему. А, типа. Я понял. Ну давайте банковская карта. Сумма. Так, у меня карта премиальная, там до 600 тысяч. Ну, давайте попробуем 40 тысяч на нее вывести. Отдайте деньги. Которые ну, доступны для ввода на банковскую карту или криптовалюту. По факту возобновления первого этапа инвестирования вы получите возможность конвертировать средства с баланса в криптовалюту или вывести их на банковскую карту, комиссия которой составит 8% за перевод на банковскую карту и 0%. Пройдя по ссылке, можете продолжать заработок в рамках второго этапа. Так, так, это я уже слышу. А где они? Где? Почему не могу? Ну давайте 4000. Так, пойдет вывести средства? Нет, тоже не активно. Ну что такое, а? Ну стартком, ну ты вот прям даже вот не удивляешь. Хоть бы что-нибудь придумали такое сверхъестественное, чему бы я смог бы удивиться, а ты ну, все продолжаешь так же вести мошенническую деятельность, да? Деньги-то отдайте где? Почему вот написано доступно? Средства на первом этапе инвестирования. Так, это сумма на ваш персональный баланс, который будет доступен для вывода на банковскую карту. А, которая будет доступна. А когда она будет доступна? Когда второй этап инвестирования, что ли, проверить? Что-то я не понял. Так, ладно, тогда на этом все. Пока вот такая вот картошка на поле выросла, да, у нас. То, что они продолжают, короче, заниматься ерундой. Второй круг у них пошел, типа, сбора денег, да? Где они? Где они? Вот. Второй этап инвестирования предлагают. Вот. Уже и процент, да, выше, как бы, у них стал. Был, как бы, 1.5% в день. А тут аж до 4. Вот. Предлагают снова пополнить. Так что, друзья, вы, кто больше меня, конечно, в этом понимает, соображает и знает. Так что напишите, пожалуйста, в комментариях или там в личные эти сообщения. Вот первый этап. Как вот этим воспользоваться можно будет? Что-то я не понимаю. Для вывода на банковскую карту.
Это надо второй этап инвестирования сделать, чтобы можно было с первого этапа вводить деньги. Но это же, я не знаю, что, МММ какой-то, что ли? Ну все, друзья, на этом. Все, в принципе, ничего нового нету. Просто что-то не придумали новое для отъема средств населения. И больше здесь ничего не вижу. Купить криптовалюту, обменять старткоин. Если бы она была, это криптовалюта. В общем, вот такие новости. Все, как всегда, печально. А мне еще люди пишут, как старткоин вкладывать или деньги не вкладывать, какую сумму вложить. Вы что, люди, откройте глаза. Для кого вот эти вот ролики снимаются, видео выкладываются, группы создаются? Ну, конечно, у вас своя голова на плечах. Если хотите, то вам никто не вправе отказать. Но деньги вы свои потеряете. С процентным соотношением, ну, 90% это точно. Как потерял их я. Вот так вот. Ну все. Всем удачи. Всем пока. Не ведитесь на разводы мошенников. Давайте скоро увидимся.